В парке «Маяк» поздравили победителей онлайн-квеста «Солнечный Магадан». Проводили его 14 июля и посвятили Дню города и юбилею библиотеки имени Олега Куваева. Семерых лучших конкурсантов наградили грамотами и ценными призами. В социальной сети разной профессии магаданцы, педагоги, общественные деятели и спортсмены задавали участникам видеовопросы разной степени сложности. Динамичный, вот все, как любят сейчас современное общество. То есть это видеовопросы, емкие, живые, тоже относительно сложные, где-то полегче, где-то достаточно трудные. Надо было поискать, конечно, ответ, поэтому понравилось всем, судя по отзывам. По словам организаторов, цель конкурса – помочь магаданцам узнать интересную информацию о родном городе. Онлайн-квест просмотрели несколько тысяч человек, а поучаствовали около 200. Это не только жители региона, но и других городов и даже стран. Весь день участники отвечали на интересные вопросы о колымской столице. Задания показались горожанам интересными. Очень приятно, познавательно такое мероприятие. Я не припомню, ну, в рамках Магадана, чтобы проводилось, очень интересно. И на многие вопросы, как бы, ну, о родном крае, я даже не знала ответы, очень познавательно было. Также в этот день наградили победителей традиционной онлайн-викторины проспектов и улиц «Листая страницы». Задания предоставили в формате теста на сайте библиотеки. В этом году победителями стала семья Колчаковых. Муж и жена за одинаковое время ответили на все 20 вопросов правильно и получили приз.